Сыну Ирины 7 лет. В автобусе кондуктор стала требовать плату за проезд и с него тоже. Хотя в правилах перевозки написано, что дети до 7 лет включительно могут ездить бесплатно. Почему кондуктор об этом не знает? В департаменте транспорта говорят, Ирина, скорее всего, заглянула в старый документ. А по уставу автомобильного транспорта 2008 года бесплатный проезд в автобусах положен детям до 7 лет. То есть, как только ребенку исполнилось 7, за него придется уже платить, как за взрослого.